Я впервые покинула родительский дом. Мама ужасно волновалась и боялась отпускать меня одну. Смешная мама. Она все еще считает меня маленькой девчонкой. А ведь мне уже 19 лет. Я чувствовала себя очень взрослым и вполне самостоятельным человеком. Все в жизни мне представлялось простым, легким и удивительно ясным. Я знала, впереди меня ждут суровые незнакомые места, новые люди. Знала, что жить в пустыне нелегко, но я не боялась. Когда я впервые увидела эти места, мне вдруг стало не по себе. Свою жизнь я провела в родной и цветущей Фергане. С детства привыкла видеть пышные сады, быстрые полноводные реки. И теперь, глядя на эту пустую, горячую землю, где не сыскать ни одного деревца и капли воды, я не могла представить себе, как здесь живут и работают люди. А ведь именно здесь, в этой глуши, мне предстояло жить и работать. Но я крепилась, старалась не думать о предстоящих трудностях. Да и что, в конце концов, могло со мной здесь случиться? И все-таки случилось. Доехали. Спасибо. Пожалуйста. Вот как заведет с утра одну пластинку, так и крутит весь день. Все душу. Эх, дядя Вася, дядя Вася. Это же классика. Коварную цыганку под названием Кармен убивает ревнивый бандит Хозе. Хозе. А вы? Хозе, Хозе. Проиграли, а я виноват, да? Да не слушай ты его, Гасан-Джан, пой. Пой. А ну давай. Любви, как у пташки крылья, ее нельзя никак поймать. Тщетны были бы все усилия, крыльев ей нам не связать. Любовь, 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 любовь. Стой, 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 Гасан-Джан, а ну-ка еще раз это место. Как там было? У любви. Как у птички хвостник. Василь. Ой, вот принесла нелегкая. Здравствуйте, Степанида. Здравствуйте. Здравствуйте. Я его по всему поселку шукаю, с ног сбилась. А вин тут, як дитя малое, в цацки играет. А ну, до дому. Швидко. Дядя Гасан, дядя Гасан. Ну что? Там цветы ваши рвут. Быть. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, где ваш штаб? Сначала вы мне скажите, зачем вы истребляете зеленые насаждения, а? А что? То есть как что? Это же розы Кадыра. Все шоферы наш барак стороной объезжают, чтобы не запылить красоты, чтоб лепестки сохранились. А вы? Как вы? Извините. Мой совет – спрячьте розу, девушка. Кадыр увидит, неприятность будет. Неприятность еще полбеды.
Мировой скандал будет. Погоди, Гасан. Ну, что ты на человека страх наводишь? Ну, девушка не знала, что к чему. Ты, доченька, Кадыр дорогая. Идет. Извините. Обошлось. Да как же. Со мной, братцы, нигде не пропадете. А на Кадыра раз посмотрел, он как плов на ветру остыл. Пришли до дому. Ой, деваться от этих баб нет. Вам повезло, товарищ. Как вас зовут? Дильбар. Дильбар. Чудесно. Возьмите. Понимаете, я не знала и... Прошу. Лично от меня. Спасибо. Надо быть осторожнее. Стоп! Может быть, вы меня все-таки отпустите? Простите. Скажите, пожалуйста, где у вас здесь штаб гидрологической экспедиции? А вон белый домик. Спасибо. Пожалуйста. А вот и Кашиман. Да. Премиальные скоро будут платить. Своевременно, дорогой, своевременно. Видал? Можно? Нельзя, говорят вам, нельзя. Может быть, можно все-таки к вам? А, ко мне, пожалуйста. Я из геологического техникума. К вам на практику. Моя фамилия Алиева. Там баттерфляй. Мало того, что вы накричали на меня, так еще даете прозвище. Простите, но вы меня не поняли. Я кричал у вас в руках. Меня зовут Дильбар. Сегодня отдохните с дороги. Вас устроят в общежитие к девушкам. А завтра ко мне. Займемся делами. До свидания. До свидания. И тот, кто в жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Зеленого чаю. Ла-ла-ла. Привет, Рахимака. Здравствуй, здравствуй. Ла-ла-ла. Говорит, что
Сукин. Передаем легкую мысль. Заделась. Словно не на стройку, а на бал приехал. Вы извините меня за Розу. Понимаете, я не хотела. А мы сейчас узнаем. В разведку пошел. Приезжаю я к нему, подписывает он мне наряд. Начали мы грузить. Погрузили. Смотрим, бензин не исходит. Если меня спросят, кто самая красивая девушка на стройке, то я скажу, это вы. А если меня спросят, кто самый большой нахал на стройке, я скажу вы. Да. Слушай, ты что привязался к девушке? А между прочим, я вас не просила о помощи. Сегодня едем готовить котлы. А далеко ехать? О, ты испугался. Ну я хоть к черту в пекло. Да, это я знаю. А все-таки, если меня спросят, кто тут самая красивая девушка в нашей пустыне... Что вы делаете? Ухо оторвёте! Отпустите Кадырика! Ой, Кадырика! Отпустите меня, Кадырика! Ой, больно! Здорово! Можно? А, мадам Баттерфляй. Конечно, можно. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, как отдохнули? Спасибо, хорошо. Садитесь, пожалуйста. Так вот, Дильбар, вы поедете к старшему мастеру Кадыру. Его отряд сейчас находится на Черных Такырах. Это километров 80 отсюда. Это тот, который разводит розы? Да. Вы что, уже знакомы с ним? Немного. Ну вот и отлично. Вы поедете на водовозке. Машина уходит через час. В таком виде поедете. Не годится. Держите. Ой, что вы, зачем? Берите, берите. С пустыней шутить нельзя. Берите. И вообще советую одеться по-дорожному. Спасибо. Ну, как говорится, ни пуха, ни пера. До свидания. До свидания. Кадырака,
11 метров, опять суглинок. Хорошо. Дня через два закончим, Сабир. Кадыр, ага! О! Вода кончается, что делать? Ничего, водоводка уже давно вышла с базы. Скоро должна прийти. Хорошо, что вас Кадыру послали. Хороший он человек. Вам повезло. А трудно водить машину в пустыне без дорог? Кому трудно, а кому нет. Я эти степи как свои 5 пальцев знаю. Нет мне равного шатера, к славе я привык, что мне горы и озера, еду напрямик. Если захочу, море проскочу, все мне по плечу. Нет шофера лучше в мире, я, друзья, таков, обогнать ту 104 пара пустяков. Если захочу, в небе долечу, все мне по плечу. Песни все меня встречают, рады без конца. Вдоль моей дороги тают девичьи сердца. Если захочу, счастье прикажу, все мне по плечу. Нет шофера лучше в мире, я, друзья, таков, обогнать ту 104 пара пустяков. Если захочу, к небе долечу, все мне по плечу. Проклятые суслики все-таки поймали меня в свой капкан. Теперь нам с вами придется здесь загорать. А как же вода? В отряде ведь ждут воду. То-то и оно. Главное, обидно, что каких-нибудь 5-6 километров не дотянули. Что же делать? Попробую подкопать. Давайте я вам помогу. Нет, нет, я сам. Кадырака! В чем дело? Почему замолчал мотор? Раствор кончился. Воды больше нет. Воду нам послали. Рустамов сказал, вода будет. Будет, не будет, Кадырака, а работа у нас стоит. Спокойно, спокойно. Мамаша! Я мамаша! Сколько у тебя в кухне воды? Бак еще есть. На завтра нам хватит. Полный бак? Это значит еще 2 часа работы. Придется твою воду забрать. Скажи всем ребятам, пусть наполнят свои фляги. Остальную сливайте в раствор. Есть сливать в раствор. Каримджан, скажи ребятам, пусть наполнят фляги. Сколько вы сказали до буровой? Да, тут недалеко. За этими барханами 30 минут езды. Надо сообщить в отряд. Там люди ждут воду. Они не знают, что у нас авария. Не беспокойтесь. Сейчас налажу и мигом доедем. В пустыне шутки плохи. Ни воды, ни дорог. Новому человеку погибель здесь. Я тебя в этой вышке днем и ночью жду. Я буду. А когда ветра начнутся, темень, солнца не видно. Подует черный афганец, свалит с ног, живым в песок закопает. Страшное это дело пустыня. Вот со мной случай был. Еду я как-то по пескам, насвистываю. Да, погода вроде хорошая. Вдруг смотрю, задымились пески, небо почернело. Ну, думаю, ну-ка дайте-ка разводной ключ, пожалуйста. Почему же вы молчите? Дильбар. 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 Дильбар! Дильбар!
в сердце боль и любовь, оно живет лишь тобой. Приди, любимая, неповторимая. Бар? Петя. Откуда вы? Что случилось? Водовозка застряла. Где? Там, с барханами. Надо помочь. В любви, как у птички кремя, его нельзя никая. Папаша! А! Скоро, дед! Скоро, уважаемый, скоро! Его... Рахимовна, почему вас зовут мамашей? Ты не думаешь, что меня зря так назвали, дочка? Они не, я действительно настоящий мамаша для них. И белье постираю, и обед для ребят сготовлю. И палатку приберу, и песни еще петь умею. Вот так, дочка. Да, с вашим голосом только в опере петь. А что, мы в лицом грязь не ударим. Ты молодец, дочка, сразу меня оценила. А они смеются, ничего в этом не смыслят. Послушай, как у меня получается. У любви, купитачки крылья, его нельзя никак поймать. Любовь, 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 любовь. Ну как? Вот так. Держи, Сабир. Давайте. Вот последние замерки Кадырака. Ага. На 256-м метре пошел суглинок. Вот как? Хорошо, очень хорошо. А как твои дела, дочка? Спасибо, понемногу осваиваюсь. Вот и умница. Возьми. Ой, ну что вы, бери, не бери, надо. Не стесняйся, бери, говори. Спасибо. Ешь на здоровье. Он очень тебя любит. Говорит, ты на его дочку похож. И вообще... Многим ты нравишься. Здесь черным по белому написано, что наша буровая установка рассчитана на определенную нагрузку. То есть для бурения скважин диаметром 8 дюймов. А уважаемый мастер Кадырака предлагает нам вести бурение этим же станком, но диаметром в 2 раза большим. Это же недопустимое нарушение инструкции. Инструкция еще не закон, я так понимаю. Правильно. Для вас, может, и не закон. А я привык считаться с мнением специалистов. Давай, ну, конечно, Иванович, трудно говори. Наперед сказать, что получится, но дело стоящее. И если работать так, как предлагает Кадырака, то мы в 2 раза быстрее и в 2 раза больше получим воды. Такая арифметика. И в 2 раза быстрее наши машины выйдут из строя. Уж коли нам запрещают удваивать нагрузку на станок, значит, есть для этого достаточно веские основания. Так никто ведь вроде не запрещает. По цвете из треста ясно указаны. И четко определены нормативы. А мы ведь такие умники, что собираемся их ломать. А чего же их не ломать, если они давно устарели? Ваши по-старинке работают. Кто еще хочет выступить? Разрешите мне. Пожалуйста, слово имеет товарищ Алиева. Я плохо разбираюсь в буровой технике. А не разбираетесь, тогда, пожалуй, лучше послушать и помолчать. А почему я должна молчать? Продолжайте, продолжайте, товарищ Алиева. Я здесь человек новый, но я очень верю Кадырака. И вообще, каждое новое дело требует смелости и риска. И вы не имеете права отмахиваться так легко от предложения Кадырака. Детская болтовня. Что? Говорите, говорите. Я все сказала. Мы это дело все равно доведем до конца. Кто еще хочет выступить? Ну что же, тогда закончим на этом. А что же все-таки решили? Будем думать. Товарищ Рустамов. Да, я вас слушаю. Есть предложение. Какое? Мне самому съездить в трест и решить наш вопрос. Как думаете? А кто вас в отряде заменит? Сабир. Вот он и заменит. Доверяете? Безусловно. Ну что ж, хорошо. Пошли, сынок. Кадырака прав. Мы выигрываем во времени, а это главное. Я вас предупредил. Смотрите сами. Ты прав. Я тоже попробую. И думаю, от тебя не отстану. Смотри, давай. До свидания, товарищ Алиева. До свидания. Желаю успеха. А насчет риска, хорошо сказали. Молодец.
Послушай, Дильбар, а все-таки, что он тебе написал в этой записке? Я же тебе сказала, ничего особенного. А почему ты ее сохранила? Просто так. Просто так ничего не хранят. Смешно это, Сабир. На, читай. А я думал, что... Как по-твоему? Садись. Прав Кадырака или этот, Халилов? Ну, конечно, Кадырака. А смог бы ты бурить по его методу? Смог бы. Даже сейчас? Нет, часто невозможно. Я тебя очень прошу, Сабирджан, давай это сделаем сейчас. Пусть старик обрадуется. Нельзя этого делать. Я тебя очень прошу, сделай это ради меня. Понимаешь, опасно это. Боишься. А вот такой человек, как Рустамов, не побоялся бы. Поэтому ты так на него смотрела. Да. Я люблю смелых. И терпеть не могу трусов. По-моему, Сабир, ты разобрался неправильно, не точно в предложении Кадырака. Мы делаем что-то не то. Ну, не твое дело. Я все проверил. Давай. Не боишься? Нет. Сабирджан! Мне кажется, стоило все-таки дождаться мастера. Рискованно. Напрасно ты затеял такое дело. Занимайтесь своими делами, мамаша. Не мешайте, пожалуйста. Я ведь тоже болею. А как же? Желаю успеха. Все готово? Все. Мотор? Есть мотор. Где пропадаешь? Почему не на работе? Да не шуми, мастер. Я тебе хорошую новость принес. Спасибо. У Кадыра ночью была авария. Теперь он нас не догонит, а премиально, считай, у нас в кармане. У людей авария, а тебе радость. Ты, голова. Но! Тоже мне еще. Васильев! Ага. Тут не ясно с включением. Сейчас разберемся.
Что ты с ним всегда ругаешься? Это он со мной ругается, а не я. Выжить хочет из отряда. Разве не видишь? Ничего. Он меня еще вспомнит. Кто? Кто бур запорол? Я все объясню, Кадырака. Подожди. Это я сделал, Кадырака. Уходи. Уходи прочь. Не кричите на меня. Я не люблю, когда на меня кричат. Убить тебя мало. Выслушайте меня, Кадырака. Прошу вас. Выслушайте меня. Кадырака, умоляю вас, выслушайте. А ведь ему говорили, дело опасно. Товарищи, я должна вам сказать, Сабир ни в чем не виноват. Это я его упросила. Он не мог мне отказать. Во всем виновата только я одна. А что же ты раньше молчала? Я не молчала, я хотела... Хотела, хотела. Понимаешь, что ты наделала? Ты подвела Сабира. Кадырака подвела весь наш коллектив. Мы ищем воду, чтобы в этой пустыне зацвели сады. Мастер Кадыр изобретает новый способ, чтобы ускорить это благородное дело. А ты что сделала? Ты своим поступком все наше дело свела на нет. С какими теперь глазами мы вернемся на базу? У меня начался буран. Работы приостановлены. Я Роза. Перехожу на прием. Я Сульфат. Сейчас выезжаю. Еще неприятность, товарищ Рустамов. Из отряда ушла наша практикантка. Я Роза, прием. Вот что. Немедленно организуйте поиски. Да-да, немедленно организуйте поиски. Thank you.
Съезжайте! Съезжайте! Езжайте, Булат Рустамович! С удовольствием. Слушай, Сабир, кажется, тебе завтра в утреннюю смену, а? А что? Нет, я так. Может, думаю, пора и тебе отдохнуть. Ничего, я посижу здесь. Как хочешь. Дильбар, ты помнишь мою песню, которую я тебе на машине пел? Конечно, помню. А тебе она понравилась? Очень. Хочешь, чтобы я тебе спел? Хочу, спой, Гаса. С песней все меня встречают, рады без конца. А может, действительно нам пора уже уходить? А то время позднее. Конечно, иди. Мне торопиться некуда. Правильно. Куда нам торопиться? Прощай, Дильбар. До свидания. Здравствуйте, Булат Рустамович. Добрый вечер. Добрый вечер, Кадыряка. Ну, как у вас тут дела? Ничего. Пойдемте, посидим. Пойдемте. А, нашлась. Ну, как себя чувствуете, бесстрашная путешественница? Спасибо, мне лучше. Да. Вот видите? Как нехорошо получилось. Людей оторвали от работы, заставили себя искать, беспокоиться. Надо свои поступки обдумывать. Вы же приехали сюда не на прогулку. Я больше не буду. Ничего, это все от молодости. Ну что же, теперь придется возвращаться на базу. А как же практика? Практика? Отряд Кадырака через 2 дня вернется. Там и продолжите свою практику. А сейчас собирайтесь. Я сам отвезу вас. Договорились?
тому месту, где мы едем, когда-то текла большая-большая сказочная река. Вокруг стояли непроходимые девственные леса. Спускались на водопой к реке огромные чудовища. Всюду была жизнь. Но под влиянием геологических процессов река постепенно отступала. Однако ученые доказали, что она оставила под землей мощные водоносные пласты. И вот сейчас наша задача найти эту воду и снова оживить пустыню. Когда мы с вами добудем эту воду, она превратит нашу сухую землю, изнывающую от жажды, в цветущий плодоносный оазис. И здесь вырастет новый красивый город. Очень красивый. Красивее даже нашей родной Ферганы. И сады здесь зашумят, как в Самарканде. Доброе утро. Доброе утро. Я думала, что вы давно уже приехали. А почему вы здесь остановились? Вы так сладко заснули под мою лекцию. Мне не хотелось вас трясти по этой дороге. Ну, поехали. Поехали. Сабир говорит, что он во всем только один виноват. А главный геолог требует, чтобы его судили. Слушай, Галя. Девочки, здравствуйте. О, девочки, здравствуй. Привет, здравствуй, Поляна. Здравствуйте. А знаешь, Марьян, за такую аварию отвечать придется не только Сабиру, но и Рустаму тоже крепко достанется. Да, между прочим, говорят, Рустамов и толкнул его на это дело. Это неправда. Ну, правда, неправда, а факт налицо. Крепко подвел твой Сабир начальника. Неизвестно, чем все это кончится. Нет, это неправда. Рустамов здесь ни при чем.
Не хотите ли сказать, уважаемые, что это сделали вы? Исмаил. Зачем? Да, это я. Я во всем виновата. Ага, да, так тебе и поверили. А что ты понимаешь в нашем деле? Одно слово. Практикантка. Ну, знаешь ли, не тебя о ней судить. Уходил бы лучше отсюда. Охо! Дельва! Судите меня. За что? За аварию на черных такырах. А при чем тут вы? Это я заставила бурить Сабира в отсутствие Кадырака. Заставила? Ах, вот вы какая. Интересно. Ну-ну, рассказывайте. Сабир не хотел этого делать, но я его упросила. Каким же образом? Я его попросила, и он не смог мне отказать. Понятно. Так, что же теперь будем делать? Я виновата. Решайте сами. Это очень хорошо, что вы пришли сюда и рассказали обо всем. А то ведь действительно мы хотели судить парня. Теперь вам нужно вернуться в отряд и работой искупить свою вину. Я думаю, товарищи вам помогут. А на будущее, Дильбар, я советую вам добрым чувством людей относиться более бережно. Спасибо. Ну, Василий Иванович, могу я вас поздравить. Вы находитесь на кровле водоносного пласта. Через 2-3 метра вы скрываете пласт. Да ну. Поздравляю, Василий. Исмаил! Исмаил! Куда же он подевался? Исмаил! Давай, поехали на другой час. Да нет, прав, скажи. А? Ну, могу же я спросить. Ты что? Опять поклуши пьешь? Иди на свое место, не мешай хоть другим работать. Она моя невеста. Имею я право с невестой поговорить или нет? А может, бригадир, тебе самому нравится Марьям, а? Могу удружить. Исмаил. Мерзавец ты. Ну-ну, полегче на поворотах. Щенок, да как ты смеешь так разговаривать с мастером? Вышвырну тебя отсюда прочь. Чего ты с ним возишься, Василий? Гнать таких надо. Сегодня же уволю. Вопрос решен. А ну, дочка, подлей-ка сюда еще водички. Что-то этот куст у меня приболел. Кадырака, а где ваши садовые ножницы? Где-то потерял. А где, не знаю. Найдутся, должно быть. Знаешь, давно собираюсь сказать тебе, дочка. Что, Кадырака? Что вы? О чем вы говорите, Кадырака? Да-да, я понимаю, я все понимаю. Он человек, конечно, хороший, но... Что вы, Кадырака? Да нет, это я так, дочка. На свидание собираешься? Да нет, так, пройдусь. А ты? Да я тоже так, прогуляюсь. Хорош, хорош. Теперь ты определенно ей понравишься. Кому это ей? Сам знаешь. Хотя вряд ли. Ведь она только на Рустамова смотрит. Тогда зачем ты к ней собираешься? А ты откуда знаешь? По глазам вижу. Сабир, Сабир. Слушай, Сабир. А может быть, действительно не пойдем? Зачем нам унижаться? Вообще, действительно, что в ней особенного? Конечно.
Не пойдем? Не пойдем. Остались. Садись. Так, садись. Лучше отдохнуть. Угу. И для здоровья болезней. Ты так, а я вот так. Читай, читай. Устал я сегодня. Ах, да. Ты куда? За спичками. А-а-а. Вот спички. Спасибо. Пожалуйста. Ого-го. Куда это вы так разнарядились, а? Ах, понимаю. К практикантке на свидание. Угадал? Угадал. А тебе какое дело? Да так. Жалко мне вас, ребята. Клянусь, жалко. Крутится, вертится шар голубой, крутится, вертится. Ваша практикантка возле штаба, все к начальнику нашему, Рустамову, липнет. Но ты придержи язык. А что держать-то? Да не все городские такие. Какие? Какие? А вот они какие. Та-та-ра. Я же пошутил, братцы, я же честно пошутил. Ну, честное слово пошутил. Пошутил же я! Вот если еще хоть одно плохое слово про Дельбар скажешь, смотри, да. Шашлык из себя сделаю. Тоже мне защитники нашлись. Да ладно. Дельбар, понимаешь? Что там произошло у вас? Ничего, легкий разговорчик. Хорошо, что мы встретились. Мне давно хотелось себе кое-что сказать. Я вам не помешал? Нет, не помешал. Почему так спрашиваешь, Сабир? Да так. Некоторые товарищи привыкли только с начальством ходить. А на нашего брата даже глядеть не хотят. Ты говоришь глупости, Гасан. Может быть и глупости. А вот скажем так. Если мы тебя пригласим в кино, пойдешь? Занятая, ребята. Понятно. Конечно, где уж нам с начальством тягаться? Мне сюда. Понятно. Смешной ты, Гасан. Эх, пошли, что ли? Да нет, ты иди, а я посижу здесь в тенечке, отдохну. Устал. Ну что, пошли, проверим на месте. Поехали. Здравствуйте. Здравствуйте. А, здравствуйте, Дельбар. Здравствуйте, Булат Рустамович. Здравствуйте. Я к вам с отчетом хотела посоветовать. Очень хорошо. Я сейчас приду. Заходите. Посидите немножко. Угу. Thank you.
отличился твой кадырака. Ничего не скажешь. А что случилось? А вот что. Садовые ножницы кадырака нашли на буровой Большакова. И знаешь где? В скважине. В скважине? Угу. А как же они туда попали? А вот как. Большаков начал бурить по системе Кадыра. И стал его обгонять. Это всем известно. Ну и обиделся кадырака. Как это так? Его, передовика, известного нашего рационализатора, стали обгонять. Вот он и бросил, случайно, свои ножницы в чужую скважину. Это неправда. А ты что-нибудь знаешь? Да нет, я ничего не знаю. Галя, кто тебе сказал? Твой Исмаил. Исмаил? Да. Угу. Интересно, кто мог бросить ножницы Кадыра в скважину? Ну, известно кто. Чьи ножницы тот и бросил. Зачем наговариваешь на старого человека? Я? Да ты что? А я видела, как это сделал ты. Да. Это сделал я. Но спроси, зачем я сделал? Из-за тебя. Я люблю тебя. А они грозятся меня выгнать из отряда. И Большаков, и Кадырака. Вот. Поперек горла стоят мне. Я и хотел поссорить их, чтобы остаться с тобой в отряде. А что? Я разве хуже их? Недостоин. Что, я меньше их знаю? Но ведь это же нечестно. Нечестно? А срамить меня перед всеми честно? И вообще, кто тебе дороже? Кадырака или... Глупенький. Конечно, ты. То-то. Ты знаешь, было бы очень хорошо, если бы мы пошли и рассказали бы всю правду. Не могу я больше так. Сумасшедшая. Ну, если ты не можешь, я могу пойти одна. Марьям. Пусти. Смотри, держи язык за зубами. Отпусти. Если хоть одно слово скажешь, плохо тебе будет. Мне больно, пусти. И никогда больше не увидишь меня. Поняла? Интересно, чем сегодня собрание закончится, а? Не знаю. Да. Неприятная история. Жалко старика. Марья, что с тобой? Если все это сделал Кадырака, что ему будет? Суд! Выяснит, чьих рук это дело. Кадырака, уважаемый мастер, приходит на буровую Большакова. Заметьте, товарищи, приходит якобы для того, чтобы оказать ему помощь. А после его ухода Большаков в своей скважине обнаруживает садовый... Вот он. Тише, товарищи, сейчас свет будет. Продолжайте, товарищ Халилов. Хорошо. Вы понимаете, товарищи, к чему это могло привести? К серьезной аварии, ставящей под угрозу всю нашу работу. Что же это такое, товарищи? Случайность или преступление? А вот и свет привезли. Спасибо, мамаша. Продолжайте. По-моему, товарищи, это преступление. Выпей горячего чая. Марьям, согреешься? Нельвар! Пошли, Дельбар! Я сейчас. Ну, говори же скорее. Ладно, вернусь в собрание, потом поговорим. Постой.
Я сейчас должна все сказать. Этот человек не способен на подлость. Демагогия! Я верю только фактам. А факты против Кадырака. Марьям, почему ты до сих пор молчала? Знаешь что, идем туда. Нет, я не могу идти. Иди. Я боюсь. Идем, идем. Нет, ты должна туда пойти. Мы идем. Ты представляешь, что сейчас там творится, а? Доносите, дядя. Молчит, ему нечего возразить против фактов. А молчание, как известно, знак согласия. Неправда! Неужели вы, товарищ Рустамов, и вы все товарищи, даже на одну секунду могли поверить, что это может сделать такой человек, как Кадырака? А кто ж, по-твоему, мог это сделать? Вот кто. На всех хватит. Здравствуйте, ребята. Ну, садись, устраивайся поудобнее. О, со всеми удобствами. Спасибо, братцы. Прямо с ходу. Ну что ж, начнем, пожалуй. Кто первый? 2, 3, 4, 5. Только смотри. Дорогой мой, домой приедешь осторожнее, а то как бы горло не застудить. А, нет, нет, что ты, нет! Я на всякий случай. Теперь тебе, красавица. Кадырака, уезжаю я, проститься пришла. Да, знаю, мне уже сказали, доченька, быстро время пролетело. Вот и кончилась твоя практика. Жаль, работа срочная. Мало у нас для занятий времени было. Я только мешала вам. Ты мне не мешала. Что ты? Сколько неприятностей принесла. Было и это. Но ошиблась. На ошибках все мы учимся. Уж я теперь многое поняла. Еще молодая, у тебя все впереди. Чудеса. Thank you.
завтра уезжает. Иди и скажи ей все, что у тебя на душе. Иди. Только не забудь на свадьбу пригласить. Я тебе такой шашлык сделаю. А, кавказский. Я прослушал свой голос. Какая благодать, видишь, Дашенька? Выходит, не зря мы с тобой тут поработали. Да, какая красота. Уезжаешь? Да. Когда я увидел тебя первый раз, мне словно кипятком сердце облили. И болит оно, и горит. Нравишься ты мне очень. Понимаешь? Люблю. Очень люблю. Скажи хоть слово. Хоть одно слово. Да-да, какая красота. Правда красивая? Вода. Пейте первым. Вкусно. Вода. Думаешь о нем? Не надо. Разрешите? Проходите, пожалуйста. Здравствуйте, девушки. Здравствуйте. Здравствуйте. О, я вижу, сборы в полном разгаре. Собираетесь? Завтра рано придется вставать. Да, я распорядился. Машина будет вас ждать. Спасибо. Вот мыло, не забудь. Булат Рустамович, да? Чайку не хотите? Нет, благодарю вас. Я ведь ненадолго. Проститься. Ну вот. Кончилась ваша практика. Будем ждать. Как окончите техникум, прямо к нам. Приедете? Ну вот и хорошо. Значит, договорились. А теперь, как говорится, добрый путь. До свидания. До свидания, девушки. До свидания. До свидания. Дильбар. Тапочки-то не забудь, они тебе еще пригодятся. Эх ты, спасибо. А шляпу-то зачем? Неужели в городе носить будешь? Возьму. Thank you.
закончилась моя практика. Моя первая встреча с жизнью. Вчера я простилась с друзьями, а в это утро впервые прощалась с поселком, с нашей улицей, с молодыми деревцами, которые мы недавно посадили. На душе было и радостно, и немного грустно. Наверное, всегда бывает грустно, когда расстаешься с близкими, дорогими людьми. С людьми, которые тебя многому научили, помогли многое в жизни понять и увидеть. Я навсегда запомню и Сабира, которому я доставила столько огорчений, и веселого Гасана, и мамашу, и Марьяма, и Рустамова. Рустамов. Он даже не догадывается о том, что у меня на сердце. И я рада этому. Он никогда ни о чем не узнает. Кадыр-ака. Суровый и нежный друг. Он, наверное, сейчас поливает свои любимые розы. Смотрит на них и улыбается своей хорошей и доброй улыбкой. До свидания, друзья. Спасибо за все. Я вас полюбила и обязательно к вам вернусь. До новой встречи, дорогие мои люди.